Ребята, всем большой привет! Рад вас снова видеть. Меня зовут Раиль Арсланов, и добро пожаловать в хижину музыканта. Именно на этом канале мы разбираем самые-самые долгожданные вами песни. Сегодня разберем песню, которую вы прям-таки выпросили, выдернули из меня. Это песня группы «Пицца», «Пятница». Сразу соглашусь, песня просто опупенная, каждый ее знает, каждый знает припев этой песни, поэтому вы обязаны ее выучить. Она несложная, здесь простые аккорды, не знаю, зачем вам вообще нужно было эту песню разбирать, если там и так все видно и понятно. По традиции сейчас включаю вам отрывок из моего кавера на эту песню и сразу приступаем к разбору. Поехали! Будто бы назад время пятница. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся. Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Ребятушки, приступаем к разбору. Песня начинается со вступления, где играет органчик такой, не помню, или фортепиано, ну, в общем, клавишный инструмент. Здесь мы играем такие аккорды G, аккорд BM на втором ладу, нижняя посадка, минорный аккорд. Следующий аккорд C, всем известный, снова аккорд G. За вторым разом все то же делаем, только начинаем от параллельного аккорда, аккорду G, аккорд EM. Следующий аккорд снова таки BM, второй лад. Снова C, G и аккорд D появляется. Вот и все, переборчик, шестерка, скажем, по количеству щипков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть на каждом аккорде по одному разу проходим этот перебор вниз и вверх. На аккорде G начинаем с шестой струны, с опоры спускаемся вниз. На первую посидели, вторую, третью воспроизвели. Аккорд BM с пятой начинаем. Пятая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. С, пятая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. Аккорд G, шестая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. На первой сидим. За вторым разом аккорд M, где уже начинаем петь. Опять-таки шестая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. Аккорд BM, пятая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. Опять С. Пять, три, два, один. Два, три. Вот на G уже меняем перебор. Шесть, три, два, один. И на D. То есть делим пополам G и D. С аккорда EM, то есть за вторым разом, мы уже начинаем петь. Ну там импровизация, приказчик вам идет. И вы можете что-нибудь покукарекать, как я сделал в кавере. Сейчас попробуем спеть. Forever, ever, far, far away.
один из видов импровизации. Можете продолжать тот же перебор играть, когда начинаете петь. Но когда вот импровизируете, как я, там чуть-чуть тяжело вот все это отчитать, поэтому лучше механически, чтобы пальцы без остановок играли. Что делали? Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, вторая, третья. То есть тот же перебор, только его давайте разнообразим. Без остановок сделаем. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, вторая, третья. Чтобы пальцы без остановок играли. Так петь легче. Чисто на вокале концентрируйтесь. Вот тут уже как обычно. Пробуем. Чуть-чуть неровно, но поняли. Импровизируйте, что хотите, но вот эту ноту, то есть нелегко достать соль. Это она. Вот это, кстати, пик моего голоса. Здесь я потом могу уже на фальцет только переходить. Это самая верхняя точка моего диапазона. Раньше она была ниже на фа дис, потом фа, ми. То есть я развиваюсь. Чтобы вот ее взять, ее можно только взять на открытых звуках, на тирири. То есть на тирири, если будете это кричать, петь, то будет лучше. То есть доставаться. Ну а если не хотите париться, просто на октаву ниже. Короче, на октаву можете ниже попеть, там, обычным своим голосом нижним, и вообще поменять мелодию, сочинить что-то свое, но это не важно. Дальше начинается уже сам первый куплет. Поехали. Тут аккорды меняются, а перебор остается такой же. Аккорд G, АМ, ЕМ, С. Попробуем спеть. Начинаем чуть позже, когда начали уже играть. С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятница, мы были не... Дальше начинаем аккорд D, C, D, E, M, потом C долго, I, M и D. Такой вот набор, то есть D, C. Здесь играем... четвертую, первую, вторую струну вместе, потом третью, вторую, С. То есть неважно, что там, можете так сыграть. С не в тему, раньше времени нужно взять. Мы были нигде, плавали в мутной воде. Так можно сыграть, то есть вот такой перебор. Там па-па-па, па-па-па. Третья, вторая, третья, снова. Четвертая, первая, вторая вместе. Потом ЕМ, то есть шестую и две нижние вместе. Потом опять вторая, третья, вторая, третья. Потом С. То есть играем бас и первую, вторую вместе. Чередуем с третьей, потом первую, вторую, третью, первую, вторую. Потом АМ. Спуск АМ. 5, 3, 2, 1. Все это относительно, можете хоть что играть. То есть мы были нигде, плавали в мутной воде, различимые два в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя. Дальше с аккордом вверх-вниз, вверх делом и начинаем бой на G. Где? Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх делаем на аккорде D и начинается бой, то есть... Вот такой вот бой. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится. Тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. То есть вот такой вот бой. Аккорды тут такие же, как в начале в проигрыше, во вступлении точнее. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд АШМ, БМ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз.
аккорд С. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, аккорд G. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. В конце аккорд G и D делим пополам, то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, на D доигрываем. За вторым разом с E, M начинаем. Можно петь. Кстати, начинаем петь за такты до аккорда G на аккорде DM. Когда провели, прямо под удары руки у нас ложится каждый слог этой фразы, этого предложения. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя, прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. В конце можешь перебивку. То есть вниз, вверх, вниз, вверх, вниз на аккорде D. Но это не суть. Дальше начинается второй куплет. Аккорды те же. Помним, с G все начинается. Здесь перебор меняется на такой вот рояльный прием. Таким вот образом. С понедельника по пятницу. То есть, что тут дергать надо? Дергаем шестую и первую, вторую струну вместе. Смотрим на правую руку мою, то есть слева от вас. А потом третью, первую, вторую, снова и снова третью. Вот. За вторым разом дергаем ниже стоящий бас. Столько же играем. Ну, то есть, тот же бой два раза нужно повторить, только бас за вторым разом поменяй. АМ. ИМ. С. Все, поете, в принципе. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся, и где-то там за бортом ты рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. А за вторым разом слова меняются, конечно же, полностью. С играем, АМ играем, F еще добавился аккорд с проводкой вниз и D. Это на втором куплете только такой аккорд добавляется, а так вообще нет его. С рояльным перебором. То есть бас первая, вторая вместе, третья, первая, вторая, третья снова АМ, тоже пятая струна. Да, то есть бас первая, вторая вместе, третья, первая, вторая, третья. На F проводка с четвертой по первую и на аккорде D вниз. Еще раз. Так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Пошел припев, ничего сложного. Вот эти перепивки только вам покажутся сложными, но я вообще их на автомате делаю. То есть можете хоть что играть, можете просто аккорды дергать. То есть и где-то там за бортом ты рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Хоть что можете на этих аккордах поиграть, вообще не важно. Пошел припев, опять-таки провели. Я бы... Удар вверх и на вниз уже начинаем петь. Я бы не увидел, я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Проигрыш пошел.
Тут нужно напрягать брюшной пресс, друзья, чтобы опора была, высокие ноты, чтобы можно было брать. Тут уже импровизируйте, что хотите, в вокалом, а можете просто прогнать те же аккорды, что и в припеве. До сих пор продолжаются новогодние праздники, на улице идет очень приятный снежок, немножечко меланхоличная погода, но несмотря на это мы с вами учим песни, друзья, развиваемся, несмотря ни на что, несмотря на то, что другие там еще в отходнике лежат, ну а мы с вами уже выучили снова-таки новую песню от группы Пицца. Спасибо группе Пицца и Сергею Приказчикову за такие прекрасные песни. Вы согласны, ребята? Ставьте лайк, если понравился данный разбор, если понравилась вообще песня. Друзья, в комментариях пишите новые заявки для разборов песен. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал Хижин Музыканта, потому что мы идем к цели 100 тысяч подписчиков. Давайте вместе к нему идти. Друзья, давайте развиваться. У кого не получилось выучить песню «Пятница», друзья, советую вам пройти мой курс обучения игре на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней». Ссылка есть в описании под видео, проходите. Сейчас на нее действует 20% скидка, так что вообще все круто. Ну и до скорых встреч, ребята. Всем пока.